Прокурором Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела кредитования ключевых клиентов операционного офиса Тверской Ярославского филиала Промсвязьбанка, обвиняемого в получении взятки. Следствием установлено, что 17 ноября 2020 года сотрудник банковского учреждения, находясь в городе Твери, лично получил от представителя предприятия заемщика по кредитному договору, являющегося участником оперативно-розыскных мероприятий, часть взятки в виде денег в крупном размере в общей сумме 595 тысяч рублей за бездействие в пользу предприятия. Взятка получена от представителя одной из коммерческих организаций города Москвы за совершение, входящее в его служебные полномочия, бездействия, а именно оказание содействия в сокрытии фактов нарушений условий договора кредитования. Преступная деятельность обвиняемого пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Необходимо отметить, что по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области, в результате оперативно-розыскной деятельности проведены совместные мероприятия, которые позволили задержать фигуранта непосредственно на месте совершения преступления при получении взятки. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд города Твери.